Всем привет! Еще раз будем сейчас проходить 7-8 на 3 звезды. Осталось 2 подземочки, чтобы дофармить 840 и нагнуть китайских топов по прохождению. В принципе, мы и так это уже сделали, что по волнам, что по подземкам, еще до обновления. Так, ну, тут мы обезвредили, поехали. Пробуем, тестируем Минотавра. Что-то пошло не так. Хорошо. Как-то разгона маловато было. Так. Бля, как харит этих юнитов нанимать? Так, раз, два. Начинаем, стартуем стыковки. Есть. Так, ну. Вот не хватает урона, и Минотавр все равно дохнет. Сволочь. Хотя разгона у нас хватает вполне. Минотавру надо хотя бы два раза ударить нормально, но как-то он все равно не успевает. Очень много целей. Анубис не успевает все слить. Анубисы рождаются. Заряжаются очень быстро. Короче, будем трешовать до последнего. Так, раз. Два-с. Хранитель включился. Каким хреном он там включился? Я не могу понять. Что за бред? Будем пробовать выше кидать заморозку. Так, отлично. Обезвредили. Раз, два, побежали. Опять хранитель включился. Ну, Минотавр бей. 74, 75, 76, 77, сука. Ёбаные Анубисы. Да, вот это вариант, наверное, лучше всего, когда мы будем заходить через верх. Раз, два. Раз, два. Ждем хранителя, заморозили. Надо было, конечно, его еще ближе подпустить. Блять, опять слили, ну.
Так, есть, поехали. Раз, два, три, четыре. Блядь, долго кидаю всех. Так, заморозка пошла. Все, это слив. Или нет? 90, блядь, ну! Сука. Ёбаный в рот. 91%. Почти. Так, раз, два. Ну, давай, блядь. Ну что такое-то, а? Какого хера ты так долго бьешь? Минотавр. Это жесть какая-то. А не Минотавр. Ну, Ботавр, я бы так сказал. Да, тут, конечно, вариант у нас через хранителя самое то пробовать хранителя затащить сюда, притащить его и на нем разогнаться снизу. Заодно и всех остальных подсливать. Вот. Вот такой вот вариант. Давай. Сука. С этими анубисами это жесть какая-то. Попробуем еще такой вариант на всякий случай. Все равно у него стоит антистан, в принципе, слоник. Ну, как бы слоник для других нужен, но попробуем сейчас разок так. Без слона. А вдруг да и прокатит. Раз, два. Эковка. Блять, хранитель слился. Тупой, блять. Вот, вот мы хранителя, видите, затащили сюда, и получается на нем мы имеем разгон, охуенный разгон. Ну! Ну! Да, блядь. Есть, 7-8, ребята. Наконец-то мы затащили 7-8. Все-таки не зря я, наверное, поставил Феникса. Мы это сделали. Конечно, жизнь, боль. Столько мучений. В принципе, это не мучение, если сравнивать с предыдущими подземками. Когда я их сначала проходил, это не мучение. Так, вот такой вот у нас был составчик. Хранитель. Тут, конечно, по рунам можно другое что-то ставить. Главное, чтобы была ремка, он включался. Ну и талантик, как видите, у меня пока только восьмерочка. Надо будет докачать Минотавр. Железная воля. Психощит. Психощит поставил специально, чтобы он не станился и от анубисов спасался, чтобы он не сдох. Вот такой вот кубчик. 11-й, 12-й, конечно, вообще огонь, но он мне пока недоступно. Ворожай, воодушевление, ремка сразу, чтобы включался. Ну и, конечно, тыковка самая топовая.
что есть на сегодня, это исцеление. Есть, конечно, вариант, можно и ставить воодушевление, тоже будет неплохо смотреться, но я начинаю с тейковки с исцелениями, получаю просто моментально бешеный разгон. Поэтому вот я на такой силе прошел, в принципе, все седьмые кошмарки практически на 3 звезды. Сейчас у нас осталось только 7-9. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Всем пока!